Башкортостан по итогам прошлого года вошел в рейтинг регионов с самым высоким уровнем жизни. Республика заняла 22-е место по показателям социально-экономического развития. К такому выводу пришли аналитики Фонда развития гражданского общества. Оценивали регионы по 9 критериям. Среди них среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины, индекс промпроизводства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета. Республика получила общую оценку в 34 балла, обогнав при этом соседний Татарстан. Интегральный рейтинг составлен на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Мне показалось, что набор исходных данных является результатом достаточно искусственной, претенциозной, механической подборки. К примеру, преувеличена роль заработной платы, и при этом совсем не видно, не отражено общие доходы населения. В России за прошлый год показатели статданные показали, что заработная плата выросла даже в реальном выражении, при том, что уровень дохода в целом граждан упал. Слишком большое внимание уделено бюджетной задолженности. Лидером же рейтинга стала Москва. Эксперты фиксируют высокий уровень жизни жителей столицы и низкий уровень госдолга. На втором и третьем месте оказались Тюменская и Ленинградская области. Последние строчки, 24-ю и 25-ю, заняли Сахалинская и Рязанская области.